товарищи, мы достигли озера Большое Щучье. Приплыли сюда по клевой речке. Мне все время хочется сказать Пыхьево. Нет, Яха какая-то. Это пивоварня, поэтому. Да. Ну, в общем, мы в тонусе. Все хорошо. Озеро прекрасное, ветер пока попутный, вроде не очень сильный. Поэтому сейчас быстренько-быстренько постараемся проскочить озеро. Вот. Ну, в общем, мечты сбываются, что по крафтеру на Большом Щучьем, это круто. Ну вот, исторический момент. По крафтеру на Большом Щучьем. Да, как тут идти этим берегом, я что-то слабо представляю. Верхом лезть. Совсем кисло. А тут что-то вдоль берега полный пипец, я бы сказал. Да. Как тут народ ходит? Не знаю. Ой, а мы по крафтиках. Интересное явление. Значит, мы идем под этим берегом, а противоположным идет дождь. Здесь чуть-чуть покапало, но пока до нас не дошло. Ветер начинает крепчать, волну разгоняет. Здорово, надо уходить. Другой берег, там меньше ветра. Вот, проходим мимо какой-то фактории. Как нам объяснили, заперта она, нет там никого. Так же, как и на кордоне. Так что заходить не будем или торопимся. Да и что там делать в этих рыжих домиках? Ну вот уже завершающая часть озера. А впереди белеет кордон, который уже 2 года пустует, по слухам, как сегодня сказали. А так, в принципе, можно и по Большой Щучье сейчас до слияния проскочить и там лагерем встать на стрелке. Глядим. Сейчас будем посмотреть. Вот, собственно, кордон впереди.